Вот с утра готовится еда кошкам. Объявление дали в газетах. Люда. Что, кому хорошие кошки нужны? Трех мне надо подарить кому-то. Бесплатно, конечно. О, это рыжая предводительница всех. Вот сейчас из погреба выпускать будут. Подожди-ка, это мне надо такое-то. Свет. Подожди. О, давай. Свет дать хотел. На выход. Белый. Так, белый. Белый. Рыжий. Рыжий. Буска. Синеглазая. Синеглазая. Так, еще кто? Буски нету, буски. Буски нету. Это Паля выскочила. Паля вышел. Вот он пошел. Валенок меня скребет. Ты что делаешь, а? Подожди, подожди. Не сюда попал. Вон, где скребись. А я закрыл это. А ну крикни ей туда, Буска, Буска. Она любит, когда ее величают. Буска, Буска, Буска. Ты-то что бежишь? Иди отсюда. Иди вон к чашке, иди вон к чашке. Голубоглазка. Иди к чашке, вон. Она как крикнешь, Буску, они бегут, думают, я рыбу им давать буду. Буска, 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 Буска. Вот этой палочкой поколоти, чтобы они знали звук этот. Она могла туда уйти. Могла уйти. Она очень такая... капризная. Хорошая сотрудница. Вот такое все лето кормили, 6 кошек. А сейчас приехали, сразу добавилось еще 4. Черные. Ой, буска, вот тыквы буска, какие. Буска, буска, буска. Володя тут смотрит сегодняшние. Сейчас готовиться будет. Вот вчера Татьяна прислала мытой картошки сколько. Картошки, говорю, морковки, вот куча. Специально внука послала Рому, который в лагере у меня когда-то был. Он сейчас вырос выше всех ростом. Это тыквы наши. Все от мороза спрятали. Ой. Вот армия. Ну, берегитесь мыши. Самый толстый белый. День спит, тут он не может отоспаться. Раскинет, вот как вот человек, руки раскинет, ноги раскинет и лапу положит под голову. О, Буска пришла. Все. Так. А это убежала, это мать-то их. Вон она где. Рыжа. А это по... Да, иди сюда, иди ешь, не бойся. Она с ними знаться не хочет. Иди скорее, вот. Все, ушла. Куда она? Вон туда он залезла. Вот она спряталась. Это мое место сидеть здесь. Ой, продукты там, мед. Ну что ты спряталась-то? Иди ешь. Вот так. Там она гоняла всех. А я говорил, приедет сюда, они когда вместе-то соберутся, мне сердце дрогнет. И они не трогали, не били, ничего. Они культурные. Среди христиан живут. Вот они. Все намешано с рыбой сухой. Говорит, куда вы такую мелочь? А она вся зимой-то пропадает. Люди ничего не знают. Браконьеры. А оказалось, что к нам никаких претензий у охот... рыбнадзора нету. Только одно, что оп, через наши пруды не протекало. Сами пруды выкопали, сами зарыбили ее. Ну, завидуют, кричат, жалуются. А комиссия приехала, ничего нету. Из 6 прудов на карте у них только 2. Даже 7 прудов там, если так разобраться-то. Вот и все. Господь да благословит всех. Рыбнадзор нужен там смотреть, потому что безобразничают. Красную рыбу потрошат, икру берут, и весь берег усыпан огромными рыбинами. А у нас вот в среднем она рыба была 5 грамм. 5 грамм вес. А вот большие караси пошли, когда... Это 750 грамм. Это больше. Вот так. Это сегодня у нас утро. 13 октября. 13 октября 2019 года, воскресенье. Вот мы приехали, вернулись. Все у нас тут. Стас, все целое. Все, никто не повредил. А наоборот, новые шторки кто-то сделал, зашли сюда. И не соглашаются, никак не говорят, кто это все натворил тут такое. Я просто не под одеяльники, подушку, все заменили.
Вот они какие красивые. И шторки там. Ну, сейчас темно еще, мы в 4:40 встаем. Показать. Все. Кое-что кое-как нашли. У меня тут стояла домашняя голубятня. Все это отсюда убрали. Сегодня встретимся, я им благодарность вынесу. Желание пригласить бульдозериста, когда батюшка приедет. Леонтьев Алексей Лаврентьевич. Сколько он работы сделал. Поблагодарить Бога. Вот они где. Тут специально щешут лапами. Вот они. О. Все. Да ходи это, слушай. А тут у нас же... А, вон она, вторая. Я думал, убрали они. Все. Что-то не доели, не понравилось. А где? У них вода-то где? Есть вода-то в них? Да, есть. Под стулом. Что-то я не вижу. Под стулом, под стулом. Белый. О, пофигушки. Синеглазка называется. Глаза синие-синие. Паля. Красавица. Вот они ждут. Дядя Володя что-то даст им. У него там вчера принесли рыбы. Вот, еще не нужно прятать, где кости, прячешь, иначе подавятся. Что, вот им дать это, да? А это рыба сухая. То, что принесли-то дать? А? То, что им принесли вчера, дать? Да, да, это воскресный день. Дать, дать. Дать только, чтобы не маленько, проверь, большими, чтобы не было кусками, иначе они потащат сюда новые, эти, ковры нам постелили, вообще. По таким я и не ходил, теперь... А ноги тонут туда, молиться удобно на этом. Ну, вообще, ну, народ, без разрешения, все сделали. Ой-ой-ой, не привык я к этому. Вот она рыба, на рыбу и мать выскочила их, вот она. Ты смотри, что тут делается. Это что такое? 4-5. Буска, иди сюда, вон шестая. Сейчас, сейчас дадут. Вот они вокруг забегали. О, подошла синеглазка, рыжая ее за шиворот, чтоб ей первые дали. Вот они. Кошки красивые, чистые, ухоженные. Мышатницы самое главное. Во. Смотри, ехать, смотри. Ехать. На синеглазку. Синеглазка ощерилась. Ты смотри, как она осмелела, эта старушка-то. Слышу, что там рыба есть. Рыба она пропустить не может. Дать ей первой. А то она забитая оказалась тут. О! Вот как сейчас поставишь рыбу, они тут все. Дядя Вова, мы с тобой. Кошки, наверное, поют тебе. Да-да. Вот выходят они на последний бой. Рыжая нюхает палю. Паля решила обернуться, она ее раз по морде, не оборачивайся. Но они как-то так, это не когтями, а подушечками ног. В ряд выстроились. Синеглазка тут. Сейчас я наломаю. Самый рыжий тигр настоящий. Мое хозяйство. Ночью тут выставил сегодня все. 13 роликов. Как шлюз все осматривали. Но. Налетай, народ. Тихо, стоп. Давай, подожди. Чашку-то убери. Подальше куда-нибудь там. О, на край стола. Давай. Налетай. О! Вон, иди ешь. Иди. Вот так. Рыжий, ты где?
Рыжий, иди скорее. Иди скорее. Иди, иди. Иди, рыжий. Иди, иди, подходи. Вот они теперь все здесь собрались. Вот представь себе, такая паства. Еще чашку сейчас помоем. На улице 4 черные кошки. Ой-ой-ой, рыбу-то как они любят. Ой, любят. А этот рыжий тигр-то, смотри, он это скромный. Надо же, буска потянулась в сторону. А паля еще модничает. Эй, пошла, вот села, все. Вот она такая напоминает какую-то такую жеманную барышню. Рыжий, а ты-то что не ешь? Что там, рыжий, не заболел? Начинаем, это вот их мать или бабка некоторым. Это вот белый сын Пали, Паля вон, который сидит. Это рыжий. Это сын самой вот рыжей, сын вот этой бабки красной, вот они. И он же, это, и вот эта синеглазка, ну, а буска постарше. Наверное, года два уже, а им по год и два месяца. Вот они как завтракают. Слава тебе, Господи. Привезли, с таким трудом их там всех пересажали. Ну, везли как зэк, зак называется. Такая с решетками, заключенных возят. Что-то рыжий не может понять. Он еще заморскую рыбу-то не ел. А, ну-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 ну. Вот они 6 штук. Ну, а на зиму им добавлять будем. Вот у нас рыба сушеная. О, все у нас есть тут. И на двери надпись «Сохранить кошек». Тогда в прежней квартире у меня были, она намного выше была. И одна стена полностью от пола до потолка книги. Ну, пришлось оставить это. 13 библиотек составил, когда из Америки вернулся. Накупил книг, православных книг. Только православных, святых отцов, Златоуста. Вот три. Смотри, они на это, на ковер все-таки вытаскивают. Вот. Боюсь, что запачкает такой ковер. Рыжий. Я думал, рыбу в стенке их надо будет в другой раз кормить. На газету, всех туда. Там запереть дверь. А то этот ковер-то нам не отмыть тогда. Ну, все. Дядя Вова начинает завтра готовить. В храме сейчас маленько протопить надо будет. Да, я сейчас пойду затоплю там. Ну, и все. Вот разбросили рыбий хвост сюда, вытащила, бросила на ковер. Зачем? Не знаю. Это рыба красная. Приходит, приносит свои. Это вчера, кажется, Александра Михайловна Гончарук принесла. И сразу занялась тут виноградом обрезать, готовить к зиме. А тут погоду показывает. На 2 недели вперед мороза нету, и со вторника дожди зарядят на неделю, а один день понедельник, вроде на следующей неделе понедельник, солнце, а потом опять целую неделю дождь. Покров завтра, покров, земля покроется. Какой покроется? Нету. Все, отошел.